Вопрос ремонта и содержания федеральных автодорог на территории Саратовской области обсудил губернатор региона на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом. Сегодня стоит задача привести к 2018 году все трассы к нормативному состоянию. В этом году будут ремонтировать наиболее сложные участки дорог. Саратовская область получит дополнительно около 500 миллионов рублей. 69 миллиардов рублей по передаче этих средств в регионы. Пропорционально по налоговой базе. И на Саратовскую область это почти полмиллиарда рублей, 400 с лишним миллионов рублей поступят дополнительно для поддержки дорожного фонда. Мы надеемся, что вот та сумма, которая предусмотрена сегодня, она с каждым годом, начиная с 2012 года, растет, я имею в виду лимит финансирования именно дорожного направления, федеральных дорог, которые проходят по территории Саратовской области, а это одно из самых протяженных, более 700 километров протяженность дорог. Для нас принципиально важно, чтобы вот это была точкой основы,